Коротко о главном расскажу, чем занимаюсь, и расскажу по новогодним распродажам. Изначально по новогодним распродажам появились три стартовых пакета. Они оба три стартовых пакета являются скидочной. Это Аврорка, это Мустанг и это Авенджер. Сразу скажу, что Аврора МР чуть-чуть дешевле, нежели Мустанга. Мустанг на $5 подороже. Поэтому, если будете брать, то все же склоняйтесь в сторону Мустанга, особенно для тех людей, которые хотят потом стартовый пакет апать. Хотя я не рекомендую апать стартовые пакеты. Далее, по поводу распродажи танчиков, есть VIP-продажи, то есть для тех людей, которые задонил больше $1000 в игру, и для всех оставшихся. Для всех оставшихся у нас есть варианты только танчик, причем танчик Варбонд и не Варбонд. Для тех, кто задонил $1000 и больше, то там специальная акция, можно купить специальные пакеты. Если вдруг кому-то очень сильно приспичит получить эти пакеты, в принципе, я могу переслать. Теперь расскажу, чем занимаюсь. Ну, во-первых, я готовлю видяшку относительно будущей политики Cloud Imperium Games, потому что сейчас она уже планирует не то, что как сделать игру, а то, что как она будет жить на релизе. Это первое, чем я занимаюсь. Второе. Я начал разбираться с технологией 6DOF, потому что Star Citizen принадлежит джойстикам. Хотите вы этого или нет, он принадлежит джойстикам. И арена, первые места всегда занимали только джойстики. Это всегда так было, есть и будет есть. Однако это все решаемо. Именно для этого я делал видяшки, посвященные 6DOF. И там я столкнулся с некими проблемами. То есть я обещался там показать по педалькам, но не все так сошлось. Изначально мы начали замерять там расстояние, и кое-что там надо все же рассказать, прежде чем я дам какие-то комментарии относительно этих девайсов. В общем, кое-что там не сошлось, и в итоге для того, чтобы полностью рассказать тему, мне пришлось еще кое-что купить. Вот это вот кое-что в данный момент у меня находится дома. Вообще должно было приехать 25 числа, и я боялся, что приедет намного позже. Это тот неловкий случай, когда ты понимаешь, что свалить на почту у тебя уже не получится, что почта привезла эти вещи намного быстрее, чем ты планировал. Что у меня в коробочке, вы можете, естественно, поугадывать, но я думаю, в ближайшее время, день-два, обязательно об этом узнаете. Как вот чем тебе клавиатура не нравится? Где топор? Сейчас. Как там стрифы-то на этой штуке? Вот так? Как это их хреновину управлять-то?